Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На одного безработного в Кирове приходится 5 вакансий. Рост за год более чем в 2 раза. Осенью 2021-го на одного соискателя было 2 вакансии, рассказал директор Центра занятости населения города Кирова Дмитрий Кротов. Безработица в Кирове составляет сейчас 0,6%. Уровень трудоустройства инвалидов по сравнению с прошлым годом вырос почти в 2 раза. Выпускников и предпенсионеров на 20%. Одиноких и многодетных родителей на 10% добавляют в центре занятости. Работу находит каждый второй соискатель, обращающийся в кадровый центр, тогда как год назад трудоустраивался лишь каждый третий. При этом средний период пребывания без работы сократился на целый месяц. Экономика. Кировчане рассказали, из-за чего выгорают на работе. Самая главная причина – несоответствующий ожиданиям размер заработной платы. Об этом сказал 61% опрошенных, сообщает служба исследований HeadHunter. 58% назвали причиной невнимательность руководства и отсутствие поддержки. Усталость от большого объема задач. 39% признались в отсутствии доверительных отношений в коллективе. 24% считают, что выгорание связано с невозможностью гибкого графика и удаленной работы. Интересно, что на несоответствие зарплаты ожиданиям чаще всего жалуются представители сферы туризм, гостиницы и рестораны. На невнимательность руководства выше и средний менеджмент. На усталость от большого объема задач рекламщики, маркетологи и пиарщики. А на отсутствие доверительных отношений в коллективе работники науки и образования. В эфире «Экономика». Кировская область получила дополнительные 100 миллионов на соцконтракт. Деньги предоставляются кировчанам с низким доходом и могут быть использованы по 4 направлениям. Поиск работы, помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, ведение личного подсобного хозяйства и открытие бизнеса. В этом году с жителями региона заключено уже почти 2500 соцконтрактов. Региону было выделено порядка 500 миллионов рублей. В связи с большим запросом от жителей Москва направила в Кировскую область еще 95 миллионов. 6 миллионов выделили из областного бюджета. По всем вопросам, касающимся соцконтракта, предлагают обращаться в управление соцзащиты населения по месту жительства или по телефону в Кирове 32 13 51. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 61 рубль 33 копейки, евро 60,46. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».